Новые нормы на защиту экологии. Министерство энергетики совместно с мажилисменами и экологами готовит нововведение в экологический кодекс страны, что продиктовано не только экологической обстановкой, но и международными обязательствами. В конце 2015 года в Париже под эгидой ООН ожидается заключение нового климатического соглашения. Одной из главных задач разработчики закона считают снижение выбросов углекислого газа. В Казахстане этот показатель вдвое превышает среднемировой уровень. Вводится квотирование вообще выброса углекислых газов для всех тех, кто потребляет определенное количество энергетических ресурсов. Если ты превышаешь эту квоту, то ты должен или заплатить штраф за это превышение, или купить у кого-то квоту на рынке. Вводится экономический механизм, по сути дела, не просто штрафование, а чтобы было выгодно вообще экономить те квоты, которые тебе выделяются.